встречаются два друга, говорят: «Фима, привет! Что, говорят, ты уже в Америку собрался?» «Да, собрался». «Я слышал, ты начал изучать усиленно английский язык». «Yes». «Та ты что, и сколько слов знаешь?» «Ту». «Че, реально всего два?» «Yes». Толян, а я свою жену Томагавком называю. А что Томагавк? Ну, звать ее Тома, чтоб не гавкала. Встречается два друга. Привет, Вася! Привет! Как дела? А, ты решил начать новую жизнь. Че, в реально, блин? Что, решил бросить пить? Не, ну не настолько новую.